Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я расскажу, как устранить проблему открытия папок по умолчанию программой Adobe Bridge. Итак, для того, чтобы восстановить открытие папки по умолчанию с помощью встроенного стандартного проводника Windows, нам необходимо найти команду «Выполнить». В операционной системе Windows 10 для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по клавише «Пуск» и во всплывающем меню выбрать пункт «Выполнить», после чего необходимо набрать команду «Regedit» и нажать «Ок». Мы попадаем в реестр, в котором необходимо найти и удалить папку под названием Adobe Bridge. Она находится в разделе HK Classes Root Directory Shell. Находим папку Adobe Bridge и удаляем ее. После чего Windows вновь будет открывать папки по умолчанию своим проводником. Спасибо за внимание и всего доброго!